100 миллиардов долларов США. Такую сумму в Казахстане планируют накопить в 2030 году в Национальном фонде страны. Эти средства планируют направить на реализацию программы «Нацфонд детям». Сейчас разрабатывается специальная концепция по управлению активами. Она рассчитана на 7 лет. В документе отмечается, что львиную долю или 60% сберегательного портфеля составят облигации, 30% акции и порядка 10% золота и другие альтернативные инструменты. Отметим, новое распределение также предполагает расширение портфеля гособлигациями развитых стран и другими ценными бумагами. Сама же концепция закладывает основы инвестиционного процесса и определяет показатели эффективности управления активами. Проект разместили на портале «Открытые НПА» для обсуждения.